Всем привет! Мы сегодня приехали в торговый центр посмотреть, какие там прикольные игрушечки к Новому году. И посмотрите, что мы нашли. Это сколько всего уже классно добавили к Новому году. Мы сейчас вам все покажем. Это замороженное дерево, смотрите. Вау, класс. Наши сделаны из кучи маленьких льдинок. Да, как будто оно льдинках. Прикольно. Да, очень. Класс. Пошли посмотрим, что еще есть. Пойдем. Еще какие-то такая очень классная штучка. Вот. Там очень классно. О, оленьи. Смотрите, идите сюда. Сейчас. Олени. Очень красивые. Такая девчонкам ваша. Нравится все, да? Очень. Носик антистресс. Семейство снеговиков. Очень классно, боже. Руки веточки, да? Как у Олафа. Да? Да. О, посмотрите, какой он. Не наш. Я сейчас так и знаю, как их грохнуть. Я хочу маленького. Нет, я хочу всю семью. Привет. У него руки открытые. И заново могут поставить. Привет. Гномы новогодние, класс. Это, видите, это декор для дома, да. На улицу. Надо было их в нашу комнату влепим. И двухсторонний скотч на стену приклеим. И тут елочка очень тоже классная. Тут можно, вау, чтобы она не перелипалась или не знаю, или перекрасить. Очень красиво. Пишите, что вам больше всего понравилось. Пишите. Мишка! Ой! А вот этого я хочу. Я все хочу. А ты разве только этого хочешь? Я думала, ты хочешь все. Вот эти, мне кажется, чуть-чуть страшные. Мне тоже. А вам как кажется? Напишите свое мнение, они страшненькие или нет? Ну, они такие, да, необычные. Ой. Веночки. Прям все, Новый год. Маша, иди сюда. Ой. А, это сквиши. Да, смотрите. То есть и еночек, и собачка, и сова, и лисичка, и олененок, и кошечка, и моржик, и пингвинчик. Маша, ты вот это не забыла? Не забыла. Вот. Класс. Очень класс. Тут классно. Смотрите, всякие интересные тоже. Ама, не знаю. Ама, рыбка типа. Тут, короче, все выдули. Лама, сова. Напишите в комментариях, кто это. Я думаю, это котик еще. Это тоже сова. Это оленёнок. Может, тут конос. Это типа рыбка, либо это рыбка. Короче, класс. Ёлочка! Смотрите, уже сразу вся в огоньках. Я такую же хочу. Домой? Очень
это не гирлянда, это она просто обклеена. Да, она уже сразу идет с огоньками. Реально. Тут прикольно. Мне кажется, все елки идут с огоньками. Нет, подождите, смотрите, здесь можно раскреплять. Не, не надо раскреплять. Или оно там двигается? Двигается. Да? Класс. Пошли дальше? И ночь пойдем. Да. Ой, замороженное дерево. Вот это у нас будет елочка. Красиво. А вот это вот на елочку. Это вот на макушку. И вот это вот все украшения. Ой, а еще тут есть вот такие вот прекрасные звезды. Вау. Смотрите. Вам нравится? Мне очень. Тут а еще всякие штуки для декора, да? Да. Тут есть самая большая, самая средняя и самая маленькая. Класс. Вот, мне очень нравится. Идем покажем штуки для декора. В общем, поделки делать, упаковывать. Можно она пальчики. Тяжелая, капец, серьезно. Так ее там много. Да. Можно? Серьезно, вот. Можно? Все, покупаем. Бантики, заряд. Ленточки. Очень все классно. Еще тут есть ковры и подушечки. И все новогоднее. Да. Девчонки, кстати, уже делают новогодние подарки. Упаковки. Да. Давай. А вы уже готовитесь к Новому году? Мы да. Мы да. Я жива. Отлично. Раз, два. Еще мы нашли очень много сладеньких подарочков. Ну пошли, показывайте. Грузовики! Смотрите, какая! Офигеть! Я хочу грузовик целый сладостей. Тебе мало хэллоуинских, да? Да. Сядем сюда и будем грузовик. Ну он классный. Да. Он прям большой. Орешки! Дальше у нас вот такие вот прикольненькие сладости. О, это горячий шоколад, да, такой? Набор сервис. Для горячего шоколада. Тут сервис. Я хочу эту кружку. Не маленькая она, две досечка? Иди сюда. Всякий иди сюда. Сервис, да. Тут конфеты, тут чашки. Тут... Не, это для выпечки, наверное, какой-то. Видишь, это там да. Лопаточка. А вот это вот так. Смотрите, мы хотим этот фургон. Угу. Это очень-очень большой. Очень классно. Идем дальше. Пошли, показывайте. Всякие такие наборы печенья красивого. Посмотрите, подарочки. Смотрите. Вау, смотри, какие красивые. Очень. Что вы себе хотите? Подарочки. Мы хотим грузовик себе. Ладно, грузовик. Целый со сладостью. Ну, чашки там не очень такое. Там еще кофейное, но мы хотим грузовик тогда. А вот. Вот, смотрите. Вау. Ребята! Ого! Все, девочки потерялись, да? Елки! Гордым часа! Тут елка сделана из маленьких елок. Но это конфетки. Друзья, пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Да, из сладкого, и из всего-всего. Да, и нравятся ли вам такие обзорчики? Пишите, нам будет очень интересно почитать. Нам самим интересно тут смотреть все. Да, напишите, нравится ли вам. Да. Все, мы пошли, всем пока-пока. Пока-пока.